Всем привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение игры Borderlands. Надеюсь, я правильно высказал. Назвал название. Так, а что у нас тут такое? Собственно, мы продолжаем выполнять побочные задания за девчушку Лили. Тины, во, Лили, это другая там, Лили. Там, как... тут задание, которое я брал в конце, на время оно было провалено, я не стал пока его выполнять. Не люблю я всякие эти временные задания, на время там, торопиться, это все. Ну, блин, ну честно, не люблю, не по мне это. Я взял другое задание, ограбление поезда, нам нужно взять динамит. И мы, собственно, пойдем... Так... выполнять это задание. Сейчас я тут дополню запас. Так, вот у нас динамит. Так, взять. Сломать ворота. Подожди, какие там, где ворота мне сломать-то надо? Это получается, да, тоже здесь. Вот здесь, получается, проходят пути. Только сейчас мне, получается, надо будет зайти внутрь, да, я так понимаю. Но мы там зайдем с другой стороны, потому что там есть проходик. Сейчас я быстренько туда тпшу, с таким легким мгновением руки просто. Оп! Так, ну, собственно, я пришел. Немножко не с той стороны, откуда я хотел. Ну, да ладно. Сейчас тут повалю немножко тут. Тут какой-то еще сами... какой-то наэлектролизованный. Ты там как бы спокойно, парень. Давай только без паники. Ты спокойно умираешь и... я спокойно дальше прохожу. Так, кто такой басист? Ой, это же этот. Это же эти безголовые, которые. Не, надо от него подальше держаться. Он, блин, проблемное создание, блин. Сейчас мы его дистанционно. Гранаточку возьми, погрейся. На. Ну-ка. Оп. И еще. Оп-оп-оп-оп. Отлично, и ты умираешь. Да ты не кричи, не переживай. Ну, каждый умрет в этой жизни, так что. Ну, ты чуть пораньше умер, потому что ты беспомощный, да еще и малоголовый. Да вообще, что у тебя такое вообще? Капец. Ты непропорциональное существо, ты не должен жить. Ладно. Здесь какой-то синий, смотри, появился, наэлектролизованный. Я не знаю, щитом он или нет. Я чуть не увидел у него щита, но близко к нему подходить не стал. Он, кстати, еще один. Нет, они без щита, смотри-ка. Они ни о чемные абсолютно. Ну-ка, на-ка, бочечку давай-ка. Получи-ка отравление пятой степени. Умри от грибка стопы. Так, стой. Ой, за колесом спрятался, смотри, парень. Парень просто топ. Просто топ интеллект. Опа, блин. Прицел очень сильно качается, конечно. Блин, немножко к этому делу привыкать. Алло, высунься. Подожди, ну высунься. Ну, парень. Ой, что это сейчас было? Ладно, давайте немножко устроим трэша. Ух! Так, подожди. Так, там того надо завалить сейчас. Оп, голубочки-то, вы чё там? Делите общее ложе, что ли? Я думал, вы не такие. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Кувырочки юзаешь? Тебе это не поможет. Да вы чё это такие? С дробашами-то все, а? Подожди. С дробаши не о чём. Там, наверху. Ну, давай хоть вблизи хоть мне пострелять. Чё-то твои... Так, там наверху, подожди. Парень, иди сюда. Иди сюда. Ну-ка, ну что ты убегаешь-то? Понимаешь, что ты на ходу ничего не сделаешь. Вот так. Кто там еще? Блин, олени ко мне прямо жмутся и жмутся. Я, конечно, понимаю, что я вам нравлюсь. Но, блин, не надо уж так прямо рьяно так ко мне прижиматься-то. Привет. Не, хотя бы у него гранату кинуть. Ну нафиг такое слабое существо. Кидать гранату. Оп, урок, молодец. Ладно, давай сейчас тебе пропишу фундук лечебный. Опа! СМС-ка прилетела, смотри-ка. Прости, у меня плохо ловит. Держи. Ай, блин, у меня аж левая лопатка зачесалась от напрягу. Да, ребята, весело с вами, по крайней мере. Ну, не так уж сложно, как до этого было, да, допустим. Тот же маяк отстаивать. Здесь, конечно, чисто так на расслабончике сейчас прохожу заданица. Они даже, по сути, мне броню сбить не могут. Не то, что уже... Так, это что, нельзя взять, да? Сколько она стоит? 80 баксов. 90 почти. Воу! Ну зачем? Блин, я вас такого был хорошего мнения. Вы взяли, мне и пока сделали. Так, давай только сейчас не сдохнешь, а? И что я должен? Ну, отлично вообще. И спрятался с вами гнидосвенно. Вылези! Я тебя вижу ведь, сука. Ну все, я сейчас сдохну ведь.
Смотри, сука, справился со мной, а? Да, немножко расслабился. Не по времени, не по таймингу я расслабился, ладно. Косичню. Так, и где я появился? Надеюсь, хоть где-то рядышком. Сейчас посмотрим. Так, да, рядышком, все нормально, сейчас.